Привет всем, друзья! Саке, наконец-то новая серия. Тут беспредел творится. Давайте заценим и потом поболтаем. Интересно, сколько серий вообще? Мне кажется, скоро кончится уже. Штук 12, может. Чё там, Азамат, чё тут происходит? Саят Саматович, тут у нас столовая, шашлычная и донерная. Ага. Три в одном. Незаконное строение. Люди жалуются, что дымят, мусорят. Ни одного документа нет. Ну и хозяин нагловатый. Походу, с нашими разводит. Это вот это что? Ну да. Завидовать? Этот кмет... Иса! Подойди-ка. Салам алейкум. Салам алейкум. Вы, да, хозяин? Да, я хозяин. Разрешение есть? Да, есть. Кто вам его дал? Ну, такие же, как вы, в костюмах пришли, сказали, работай. За небольшой гонорар тебя трогать никто не будет. И чё, кто-нибудь трогает? Пока нет. Ну, хотя бы тут они слово сдержали. Чё скажешь, Ильяс, кто у нас за торговлю отвечает? Я отвечаю. Хреново ты отвечаешь? Хреново. У тебя в центре города, бля, стоит, бля, целое вот такое здание, нахуй, и ничего не платит, никому ничего не платит. На халяву стоит. Саке, я сам в шоке, я... Разберемся. Я знаю, как ты разбираешься. Сам буду разбираться. Каждый день буду приходить, пока документы не оформят, либо пока не снесут. Вы как думаете? Конечно. Распустили. Смотри, как детский разговаривает у тебя. А? А почему он детский разговаривает? Знаешь, потом с таким, как ты, его платит, блядь. В этом проблема, блядь. Завтра нахрен не уберешь, блядь, бульдозером, понял, блядь, здесь? Раскидаем нахрен все. Либо пусть разрешение официально делает. Все, Азамат, я разберусь, ты иди. У нас что дальше? Колянные. Все, давай, я сейчас ему. Вы понял. Так. Шеф, я рот не... закрой свой. Я тебе говорю, рот нахрен свой закрой. Разберемся. Пока так надо. Понял? Терпи. Начальник, что делать будем? Плакать. Нравится мне, как он отчитывает. А, вам Колянщика позвать? Позовите нам директора. А, хорошо. Здравствуйте, разрешите? Саят Саматович, оказывается, умеют просить разрешения. Уважаемый, почему работаете без разрешения? Как без разрешения? У нас есть разрешение. Как? Вот так? Во-первых, колянные по закону запрещены. Во-вторых, ваше помещение находится внутри жилого дома. Люди жалуются. Ну, мы же это уже обговорили же. С кем? Ну, с людьми. Конкретно, имена. Ну, я имен не помню. Чего он постоянно на тебя смотрит? А что ты смотришь? Я не смотрю. Ну, раз вы не помните имя того, кто вам дал разрешение, то мы закрываем колянную. Как закрываем? Ну... Вот так закрываю. Это я тебе говорю. Районный аким, понятно? Разрешения нет, это незаконно. Балаган здесь устроили. Слышь ты, разобраться, понятно, под свой личный контроль. Да, понял. Азамат будет контролировать тебя сверху еще. Все, вопрос закрыт. Разберемся, ни хрена себе. Еще как разберемся? Убери нахрен эту херню еще. Как закрываюсь, почти заткнись, а. Сам ни хрена не понимаю. Пока закройся. Саят Саматович, я... Да, Ханатова, доброе утро, как вы? Ни хрена, но не доброе. Ты в курсе вообще, твой Саят что там творит? А о чем мутит? Нет, не в курсе. Мутит, да, мутит. Там этот, он в районе проверку делает, и мои игровые автоматы тоже хотят проверить. А они уж там, да? Там, но мои охраны не пускают их. Ты давай едь туда и проконтролируй, чтобы они просто мимо хорошо, прошли. Хорошо, конечно, сделаю. Давай, сделай только нормально, хорошо? Да, понял. Как все уладишь, приедь ко мне, я сейчас тебе этот адрес отправлю. Ладно, хорошо. Жан, все нормально? Кто звонил? Это
этот старый никчемный пердун, блядь, звонит. Кто это? Твой Кощей мне кто? Она была в предыдущей серии. Я уже забыл. Илья, что там у вас там творится, бля? Да жопа полная творится вообще. Я сейчас вообще, ну вы знаете, куда я смотрю. Да, мне, короче, не на тебя сейчас вообще. Хорошо, держи тогда меня в курсе. Жан, точно все нормально? Что там было? Да это тот канатик, старый пердун, блядь, опять помощи просит. Заебал, блядь. Ты что, здесь будешь? Нет, я попозже к нему поеду. Ну да, вроде он. Хорошо. Блядь, почему этот человек так напрягает, а, ёб твою мать? Саят Саматович, тут вообще беспредел творится. У них не то, что разрешение, у них совести нет. Сортман якобы ресторан, а внутри кадынди казино. Да ну нафиг. Ну да? Охренеть, может. Ты в курсе был? Я... Ни хрена больше не знает. Охранник вас, наверное, не впустит. Ему похрен кто мы. Да завязывай, я районный аким, ты че? Вам куда уважаем? Да, хозяина кого-нибудь, кто здесь главный, зови сюда. Тут только по спискам заходят. Да мне похрен на твой список, я районный аким, ты что, угораешь, что ли? Знаете, мне тоже похрен кто. Мне сказали по спискам. Пожалуйста. Я вас не запущу. Кто так со мной разговаривает? Охранник? Разберемся, решим мы. Да где ты в жопу, хрен ты разберешься, понял? А знаешь, почему он так со мной разговаривает? Потому что из-за тебя, понял? Ты вызови этого Рауана, всех сюда вызови. Сейчас мы с тобой по-другому поговорим. Шеф Рауан. Рауан? Ассалам алейкум. Чё там? Чё там? Чё здесь? Это чё у тебя чё надо? Здесь? Чё здесь у тебя надо спросить? Не ты волся. Чё такое? Ты чё улыбишься? Чё ты улыбишься? Что случилось? Рот свой закрой. Чё ты улыбишься? Я тебе серьезно говорю. У тебя в центре района, смотри, какое казино стоит. Рот свой закрой, я тебе говорю. Аузунды жаб, говорю. Аузунды жаб. Аузунды жаб, понял. Понял. Разобраться. Ертень имеет, ертень аргунист, бугун, сегодня, закрыть нахрен это все, понял? Сделаем, сделаем. Азамат под свой контроль возьмет, понял? Сделаем. Все, давай. Все, Азамат, пойдем. Придурок, пойдем. Не укут. Ни хрена не понимаю. Волну обустроил. Походу, показуха сейчас, мода такая тема. Давай, работаем. Хрена. Эй, сендер не ағосын әтек, тасына теме кіндер, қағаны бәрін кіндер, кіндер болында. О, настоящий пар хороший. А как же, дураки, тут час 300 баксов стоит. 300 баксов? Хорошо зарабатываешь, тетя ты упусти месяц. Ляшка. А то от зависти могут здесь и проверку пригнать. Ну, с такими людьми, как вы, дураки, никто не осмелится ко мне подойти. Я в туалет схожу. Давай. Хвась хата. Халай, халай, солай. Толгатик, слушай. О. Почему я должен париться, блин, а? О, почему, ладно? Вы же сейчас в парилке, в сауне, наверное, из-за этого. Я в целом говорю, блин. Тупец. Почему я должен париться из-за какого-то, блин, Саята или Саята там? Кого он из себя возомнил, а? Че, он хочет стать лучшим акимом в Казахстане, блин? Да нет, а. Рейды начал там проводить. Ты вообще в курсе? Закрыл же мои игровые автоматы. Да. И ты об этом так просто говоришь, да? Я разберусь, а. Ну, а я разберусь, когда? По шапке дадут, а. Я что-то не понял, что он тебе, друг, кто он вообще? Человек какой-то другого. Он вообще же дружить не умеет, а. А ты за свои слова отвечать не умеешь, брат? Да не, просто там... Да ладно, не мямли, блин. Злазим, злазим, ничему не можешь там решить. Вот поэтому тут мы этот, с Нурка побеседовали и решили, будем кончать этого Саята. Как? Как? Жопой об косяк. Взяткой будем его ловить. Я думал, этот... Так. На, здесь 5000 долларов. Так. Все купюры мечены. Пойдешь и позови его в кафе там, как его, Мими, да, по-моему, да, Мими? Там все это, прослушка, все готово там, все, что хочешь. Так, скажи ему, давай, вот тебе бабки, давай, замутим одно дело, и все.
Этот твой совет по-любому согласится. А дальше свои ребята там все решит. Даже, друзья? Да там уже все на старте. Ну вот, видишь, давай. А кстати, у меня просьба, мне волос с сауны. Там чуть-чуть еще 2 недели. Эй, блин, мямлишь как хлюпик, ё-моё. А тебя вообще женщины как мужика воспринимают? Да, Юрий Пизгурин, да? Ну, в основном там, которые со стариками не ужились. Не удивлен. Ладно, давай, Алда, давай. Бар, все. За глины. Вы уже сложил пальто. Айс хамвесна. Все, Нуке. Кызларга шин келет? Сейчас, сейчас. Все прилетят. Все, которые сессию не сдали. Ну давай, артподготовка. Чтоб под свой личный контроль взял, понял? Ты начальник полиции Чапаевского района, а у тебя там беспредел в центре района творится. Разобраться под свой личный контроль, еще раз говорю. Все. Давай. Все, Азамат, не переживай. Мы этих беспредельщиков поставим на место. Игровой клуб все закрыт, там ленты отцепили, хрен кто откроет. Все, понял вас. Я в тот раз тоже заходил туда. Ну, посмотреть что да как. Знаете, Саят Саматович, там не просто игровые автоматы, там где казино, прям как в Капчагае. Мне кажется, за этими игровыми автоматами нормальные люди стоят. И они просто так это не оставят. Начнут звонить, пробивать. Ну и пусть звонят, что? Пусть звонят, какая разница? Это же незаконно самое главное, правильно? Ну да. Вот и все, на место всех поставим. Без разницы, кто там их крышует. Просто я не знал об этом. Все, не переживай нахрен, не будет там больше игровых автоматов. Ну, просто я вас предупредил, имейте в виду. Все, все, рахмет тебе. Если бы не ты, мне кажется, они бы еще там стояли бы еще. Слава богу, ты у нас есть, я есть. Они бы еще существовали, я так понял. Беспредельщики. Сейчас, секундочку. Да. Завтра никак? Хорошо, давай, давай. Все нормально? Да. Братишки звонили. Вечно какие-то проблемы. Ну, как всегда, вот бездельники. Помочь им надо, что теперь делать? Братишка Ларгоин, как старший брат, я обязан им помочь. Ну да, братишкам всегда надо помогать. Ну, я позже тогда зайду, пойду работать. Все, все, хорошо. Давай. Урод. Как будто он только тут работает. Куда ты взялся на мою голову? Сука. Надеюсь, не чай пришли пить? Вкусно, да, чай? Классный, брат. Ой, извини, брат такой, я же не могу, да? Мы сейчас не братья, да, с тобой? Слушай, Талк, сейчас не до сарказма, серьезно. Давай по делу сразу. Хорошо, по делу. В общем, мой знакомый, автомойку хочет открыть. Ну, то есть открывай. Он просто, знаешь, самый такой близкий человек. Это мама твоя? Нет, мама. Ну все, пусть идет и официально открывает. Ну, кстати, видишь, там не все просто. Если бы все просто было, я бы же не обращался к тебе. Там он что, в общем, он местечко выбрал. Еще такое ходовое. Вот, без твоей помощи не обойтись. И тем более он предлагает 100 штук баксов за это. 100 штук? За мойку 100 штук баксов? Здесь еще 5 штук аванса. Не бери. Ты что, охренел, что ли? Убери нафиг это. Ой, да ладно, как будто первый раз. Я тебе говорю еще раз, убери нафиг. Ты что такой шуганутый стал, Сэд? Больше мне такое не предлагай, понял? Красавчик. Алло. Да-да-да. Прыгнет. Да, алло. Сейчас прыгнет. Да-да, алло.
Не-не-не, нормально все, ага. Все, запись идет. Как только он возьмет конверт с деньгами, сразу заходим и берем. Как принял? Принял. Блин, хорошо, что он встал и писал. Повторяю, заходим только тогда, когда он возьмет конверт с деньгами и начнет пересчитывать. Принял. Если ты в разработке, значит тебя слушают. Блин. Я что-то жук. Что мне там пишут? Так, классная серия. Вообще обожаю этот трек в конце. Не знаю, что за музыка. Ну, надо найти вообще такой. Обожаю этот, ну, вот сам этот звук. Что у нас тут? Разъёб по полной программе. Фигачит Азамат с Аятом. Все заведения. Чувак вообще не понимает, что происходит. Но показуха есть показуха. Как бы надо показать себя. Так, ну, короче, это где-то... Большую часть серии, да, было? Девушка. Уф, классно. Я даже не помню, даже не знаю, что там было, что он там, о чем болтал. Так, казино, все бла-бла-бла. Я, если честно, думал то, что эти бандиты, они как-то, ну, серьезно, прям уберут его, ну... Он же там фигачил людей, бил, я не знаю, убивал ли этот человек кого-нибудь. Ну, сам нет, наверное, но, типа, его люди, возможно. Ну, то есть, вот на него смотришь и думаешь, ну, по-любому, внушает страх, короче, чувак. А они решили просто взятка, типа, его подкупить. Камон. Он капец какой шуганный стал, типа, и уже сколько весь этот цирк происходит, ну, по поводу того-то, что Азамат там всем недоволен, и этот, типа, да, ругает их тоже. Поэтому мне было сразу понятно то, что он не возьмет. Вот. Но самый прикол, это, конечно, вот в конце, то, что он встал и посмотрел в окно, ну, типа, просто удостовериться. И там сидят в машине, причем так беспалево, пипец. Где там этот кадр? Ну, это вообще очень палевно, мне кажется. И причем та же самая тачка, по-моему, да? Классно, классно. Концовка классная. Саят вообще классный в этой серии. Очень понравилось. Что-то мне сказали, то что типа... Сейчас я посмотрю, конечно. То, что это вообще сценарист и режиссер, по-моему, сам вот этот Саят, главный герой. Может и нет, конечно, не знаю. Продюсер, сценарист... А, нет, разные тут. Или я что-то путаю. Рустем Омаров. Его же нет тут нигде. А, автор идеи он. Угу. Классно, классно. Красавчик, есть одна теория, по-моему, мне тоже это кто-то писал, то, что Азамат, он вообще КНБшник. И типа, он же уже давно там. Если это на самом деле так, то это тоже очень круто. Печально, конечно, если это подтвердится, то что я особо не буду этому удивлен. И вот из-за этого в
принципе, как бы я не люблю комменты, когда пишут что-то подобное, короче, то это все равно обламывает реакцию, если я потом увижу. Вот. Все, по-моему, я хотел сказать. Серия классная. Саке тут вообще прям супер крутой. Это таким. Все бы были такими. Вот. Как вам серия? Пишите комменты, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.